Всем привет, ребят. Ну что, есть инфа уже по поводу того, как получить нового героя, откуда его достать, каким образом. Сейчас вам это все, в принципе, покажу. Не добавили его за донат у нас на Китайке. Здесь на Тайване пока нету. Думаю, все равно добавят рано или поздно. Если нет, то придется собирать, как и все. В общем, здесь его нет. По поводу нового героя самое интересное. Раз, я так понял, если у нас получилось 4 дня откат, раз в 4 или в 5 дней будет запускаться вот здесь вот событие в смотрителях именно. Вот оно так вот показывается. И, соответственно, проходя его, вы будете уже получать определенные плюшки. Пока что и как неизвестно, но сейчас мы это все посмотрим. Расскажу. Так, окей, поехали. Захват экрана открыть. Сейчас я себя уберу отсюда, чтобы вам было видно. В общем, интерфейс, вот видите, вот открывается вот здесь вот сбоку на картинке. В принципе, может, и видно, кому не видно. Sorry, увеличить я их не могу. Открывается это событие, то есть 7 дней. Будет оно доступно, либо недоступно, непонятно. У меня, к сожалению, как видите, только здесь оно открыто, еще здесь не добавлено в интерфейс. В общем, дальше. Основной интерфейс, старый. Странно, а что это старый интерфейс пробной игры? Ну, значит, у нас старый получается. Ну, посмотрим. Что у нас будет? Вот будет один из трех смотрителей, которого надо будет убить. Против него, как видите, действует совсем другой. В данном случае это красный, да. То есть вы выбираете героя в красной фракции, которая у вас есть, и начинаете его хреначить. Есть бонус силы при покупке. Бонус силы покупки при покупке. Вот так вот оно называется. То есть, по сути, за самым вы сможете делать усиление. Я не знаю, что это будет, конечно, но это, если это так, то это будет полнейшая дичь, опять же, потому что без доната ничего не смогут сделать. Таблица лидеров. Соответственно, вы сможете получать одну рунку. Я не знаю, правда, сколько, если тут 5 человек, а что дальше будет? Одни только руны или за топ-100 будут руны давать? В любом случае, это шанс для без доната собрать хоть как-то камни. В принципе, довольно-таки неплохо. Так, окей, дальше. Интерфейс формирования. Вот так вот, 6 героев максимум вы сможете взять. Фракции, которая противостоит. То есть у вас они должны быть прокачаны. По сути, еще можно будет прокачать таланты, что самое интересное. Если вы прокачаете таланты там, либо рунки поставите еще. Ну, в общем, варианты будут. Мне кажется, будет всего топовее здесь ржева, наверное, плюс руны. Ну, то есть руны смотрителя, это будет просто самое кайфовое, что не может быть. Потом. Других вариантов, более таких выживаемых, нет. Непонятно, конечно, как он будет долбить и что это вообще будет, но мы посмотрим. Так, в течение сезона охранники лагеря будут испытывать испытания. Лорды обязаны посылать на вызов героев, которые подавляют стражи в разных лагерях. Если вы отправите рекомендованного героя на вызов, вы сможете получить дополнительное здоровье и бонус атаки. Вот так вот. Перед каждым испытанием лорды могут привести бонус силы к атаке, чтобы увеличить свою силу в испытании. Так, этот эффект автоматически поступает в силу. Если вы успешно бросите вызов пикану, вы не будете вычитывать количество вызова, наоборот. Вызов будет учитывать количество испытаний, может быть увеличен на одну покупку в день в течение сезона. То есть один раз можно будет докупить попытку, получается. Уровень пикана для каждого раунда сезона равен единичке. То есть, по сути, это я понял, будет испытание ежедневное. Очень весело будет. Так. Уровень только оно докажет. Так, после того, как задание выполнено успешно, уровень только оно будет увеличен до 10. И каждый раз, когда задание будет успешным, уровень только оно будет увеличен на 10. Уровень стража до 90 уровня.
Вот так вот. Каждый раз, когда вы успешно бросаете вызов стражи, вы получаете случайное вознаграждение. После окончания сезона вознаграждение таблицы лидера будут рассчитаны, а награды таблички лидеров будут получены лордами вручную. Испытание длится одну неделю каждый сезон. Ну, короче, ребят, что я могу вам с этого сказать? По сути, интересно. Очень интересная локация. Вот только единственный вопрос, как она будет проходиться без донатами и что там вообще будет делаться, но мне уже нравится. Шанс для без доната, в принципе, получить камни, это уже хорошо. В общем, вот как-то так. Я даже не знаю. По идее, интересно. Но единственное, вам надо будет иметь и топовых героев, получается. И прокачки непонятно какие. То есть, видите, тут надо... В принципе, тут... Ну, тут, скорее всего, на выбор даются герои. Или эти. Плюс будет увеличение левела его. Хм, странно. Короче, очередная дичь от IDG, судя по всему, в которой нам придется участвовать. Других вариантов нет. Непонятно за нового героя. Есть еще один прикол. Я там в видосе одному говорил по поводу башенок. Все-таки будет скилл у ратуши на прокачке. Тут уже 60 осколков с 5 на 6. В общем, надо будет дофига осколков. Скиллы будут. Вот интересно только, как они будут действовать. Этого еще описания нету, к сожалению. Сбор фрагментов. Здание можно обменять на внешний вид, укрепить. После замены вы можете увидеть новый внешний вид. Дополнительные атрибуты. Замена и без. Улучшить внешний вид. Более высокие. То есть надо будет, по сути... Хотя, может, в принципе, откроется дальше и на башне что-то интересное. Посмотрим. По сути, это как скилл добавляете. Если вы можете выбрать два строительных навыка, эффект будет использован в битве большинства зданий. Короче, в общем, ребят, обнова реально немножко замудренная. О, это я на максималке. Даже не знаю, честно скажу. Смотрю, вроде все интересно, все весело, но с другой стороны, очередное убийство нашего времени будет. Сейчас я заберу захват экрана. Очередное убийство времени, и даже не знаю, что вам на это сказать. Думаю, вы и так все очень рады такой обнове, но в любом случае это интересно. Надеюсь, это будет не так, как с Огником, потому что с Огником это было все очень печально. И есть печально, но на других серверах уже его продают за копейки, но опять же за донат на китайке его можно собрать. Там на других серверах тоже, на русском это все печально, но надеюсь, новый герой, который будет, будет падать не так. Будет падать хоть нормально. Хотя никто не знает, какие там усиления этих смотрителей будут. Но судя по тому, что написали, то получается, если вы успешно прошли одного, у вас сразу же увеличен плюс 10 левел. Если не прошли, дается там попытка. В общем, непонятно. Короче, будем страдать. Других вариантов я, честно говоря, пока не вижу. По поводу нового героя, ну, сейчас гляну, что там у него по скиллу там было, где-то переводки дали. Так, предварительно посмотрим. Так, редис, воин редис. Ну, редиска, то понятно, редиска ПВП-шный герой. Цветочный прилив. Так, в течение наносит урон равный 460 атаки, урон равный 12% от максимального здоровья ближайшей вражеской цели в секунду. Имеет иммунитет к стану, страху. Уменьшает получаемый урон на 70, восстанавливает 30% максимального запаса здоровья. В общем, это будет очень интересно. Это однозначно будет круче, чем... Этот герой овощ, которого я прозвал овощем, потому что ну, тут действительно все очень-очень интересно. Что будет дальше, не знаю. Посмотрим, ждем следующего дня. И, возможно, у нас обновят акции. Можно будет его хоть как-то заполучить.
потестировать. Если нет, то придется ждать, как видите, 3 или 4 дня, и тогда уже затестим. Скорее всего, на всех серверах, возможно, одинаково это сделают, включат. Ну, в чем я очень сомневаюсь, но посмотрим. Все, пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи, всем пока.